Всем привет! Вы на канале Антон М. Сегодня 13 июня, суббота. Решил показать своих овец. Правда, нечем хвастать, так и не постриг. Обещали мне стригари приехать постричь. Так и не дождался. Придется самому вечером хоть по одному, по две. Головы постригу, вот мама Майка старая, двух принесла. Первая из первого окота, моя старая, толстая такая, большая она ходит как копна. Катя трехногая, собаки оторвали, ягнята остались, одни баранчики, блин, даже таких он продал, этих овец. И баранчиков продал много. Ушло практически все за весну, вот за это время. За зимний окот был. Зимний, осенний. Но там баранов 10 осталось. Все бараны, одни бараны. Так что кому надо баран, обращайтесь. Да, Кать, ты чё? Она трехногая и устает за ними прыгать на трех ногами. Плюс у нас все залило, льет. И тяжело выходить в поле, вот раз в день выгоняю, и то особо вон нету у них желания, чтоб этот ходить. Вон две гуляют, это бараны новые, два вот этих стоят, я привез с Покровского. Ну такие, вымахали, конечно, вон они за яркой, вон бьют этого. Старая яркая. Я не думал даже, что она в охоте будет. И вот такой годовалый. А этим-то уже старше они. Около года им. А тот месяцев 10, наверное, ему. Вон еще одна в охоте. Эти два не справляются, вокруг одной крутятся. Да не должна быть в охоте, да. Вроде как круглая, покрытая. Хрен знает, но второй раз уже вижу, что прыгает. Так что вот так. Здесь тоже вот это хочу скосить, чтобы было удобнее ходить. Там уже клевер у нас перестой. Сегодня, наверное, его скошу. Дня через два замотаю. Вот мамка тоже старая. Первая. Не, даже не окот, это самая первая моя мамка. То есть она 11-го года. Ей сейчас 9 лет получается. Гуляет. Этот месяцев 10, этим, наверное, год и 3, где-то вот так, двум баранам, с красными бирками вот эти вот. Ну, такие еще будут они расти. Ну, пришла тоже здоровая мамка. Не знаю, третий или четвертый год у меня был, наверное, 15-16 года она. Так, мало осталось где-то у меня. Голов 30 взрослых осталось. И ярок все не оставил. Все распродал, все расспросили. Пару больших продавал. Трехгодовалых мамок, котных, здоровая. Она такая уже плотная, вот как идет. Вот эта вот моя толстая. Вот таких вот я продавал по 12 тысяч. Да, мой жоль-то. Такое, а? Толстое золото. А? Не стриженное, скажи, давай стриги, но. Капут такой у каких обстриг, а руки до стрижки так и не дошли. Вон Катю смог оболванить, она стояла. А этих надо всех вязать, стричь. Так что вот так. Сейчас посмотрим, что баран будет осаживать. Ну вот они два возле нее и крутятся. С Покровского два. Якобы племенных, там по номеру даже племя есть. Но документов ничего не было. А так, вроде ничего хорошего не было. Это баб старая
Я думал, она уже помирать собралась. Проколол ей тут антибиотики от этих. И вермек от глистов. Она вон в охоте уже. Так что не думал, не гадал. Да? Трава перероща, вон ложится. Нам надо здесь прокосить один-два. Вот. Это пугливая шмыркает все на меня. Прокосить им надо. Сделать пастбище. Вот так. В общем, вот такая вот. Выгул у нас не особо кормит. Кормим, подкашиваем три раза в день зеленкой все. Они не особо не идут. Еще плюс чуть-чуть сыровато. Трава не обдула с ночи. И не особо они хотят лезть. Есть все равно дома. Принесут, зеленка будет. Так что... А это вот так она сама линяет. То есть некоторые вот есть, как бы линяют они. Но все равно надо их всех постричь, да, Кать? Да, черныш мой? Ну, мой черныш. Вот баранчик, 10 месяцев, наверное. Вот. Хороший такой. Настоящий будет племенной. Да. Я ни с чем не мешаю, все чисто романовка. Не... Показатели улучшаю только по породе, где какой баран получит, да, ярку по серьезней. Так что вот так вот ходит слеповатая ярка, тоже больше года ей. Она слеповатая, вон на меня смотрит, да, слепень. Она такая теряется, бывает, отстает, кричит. Вон она какая. Ну, кому она нужна? Только мне. Что-то у нее с глазами. Вон она. А так она слеповата. Так видит, видать, кое-что. Но за ними бегает. В поле. Не отходит. Пускай будет что делать. Принесет приплод, там будет. Видно, может, кому что подарю. Но она одна не будет, она... Слепая, и у нее паника сразу, то есть. Вот стоит у меня. Да, слепень. Ты боишься, она за кем-нибудь ходит, так что ее в два, в три таких, чтобы было несколько, и в загон. А так возле сарая сама выходит. Все видит, смотрит. Сейчас часик прогуляемся. Ну, Катя тоже пошла кушать. И, наверное, клевер сегодня скашу. После обеда, может, получше обдует, а то он уже ложится. На сенаж тоже замотать. Вот у меня вот это одна. Таких, наверное, три с одного выводка. Он дерется, блин. Бьет этого. Это как от Бори. Еще. Вот вторая такая. И третья где-то еще была. А третья стоит у меня, принесла трех ягнят. Они такие, я их оставил все, чтобы как бы были. Вот она гуляет, его зовет. Вот так. Поворачивается к нему, да? Желтый мой, черномасый. Черноган такие. Диковатый он меня пихает, она. Пихает она, да? Пихает она. Это совсем старая моя мамка. Такая уже все. Еще протянет сколько-то. Может, сезон до осени. А может, нет. Да? Милка, ты у меня одна осталась. Вторую твою сестренку отдал здоровую. Вот я говорил, что... Большими продал мамки.
да, и слепень у вас, да? Ты тоже ко мне лезешь. Чесать так вот, тебе спинку чесать, да? Спинку тебе чесать, скажи, не постриг, вот тогда и чеши. Да, слепень? Видишь меня, слепень? А, слепень. Привет, привет. Слепень, ты тебя тоже надо чесать, да? Чесать, вон как она. Вон как она, чеши ее и все. Спинку давай, скажи, чеши. Не стрижешь нас? Давай чеши тогда. Чесалку делай, да? Ладно. Будь здоровья, пострижем всех. Так что особо не ругайте. Шерсть у нас никому не нужна. И задарма. Так что только на выброс и привести более-менее божеский вид овец. Ладно. Всем пока. Смотрите, что у нас будет дальше. Все, закончил. Решил снять, как у меня вот это орет. Уже большие у нее ягнята, она их так зовет. Потерял их. Они вон едят, им не до нее. И расплакала. Чего плачешь-то? Да, вот так ты плачешь, да? Зовешь своих... Ну ты мое золото. Зовешь своих ягнят, где шарятся, да? Не поймешь, где шарятся. Ой, какая ты беспокойная. Толстая ты моя, старая. Старая. О, да, где они? Ну, где они? Нету их, такой черненький и второй. Вот такие месяца по два, наверное. Сейчас придут. Беспокойно. Да? Сейчас придут. Сейчас придут.